потенциальным для тем индустриальных там, парков и экотехнопарков. Мы взяли, что называется, на заметку. У Юрия Николаевича тоже там письмо есть, большой интерес. У нас есть проект, принесли нам с расчетами, он касается, правда, медных там, нанопорошков, чтобы мы показали экспертам, да, пользуясь моментом. Это вот такие вещи, да, и все-таки хочется еще услышать аудиторию. Да, еще я что хотел сказать, что, да, во-первых, мы хотели услышать все-таки ваше мнение о происходящем. Если у вас есть какие-то конкретные предложения, пожелания, и вот у меня есть 4 маркера и довольно много листов бумаги, я их прямо постараюсь записать, чтобы мы ничего не забыли. Потому что, во-первых, мы завтра еще продолжим наше обсуждение. И еще, Роман, я хотел добавить, что все-таки мы тоже оставляем за всем замечательным залом задать вопросы нашим выступающим. Если есть какие-то вопросы, что-то хочется прояснить или что-то особенно интересное, давайте мы тоже, так сказать, вот оставшиеся полчаса потратим на такое, в общем, честно говоря, подведение итогов. Вот я как человек, там все-таки больше следивший за процессом, мне тоже есть, мне очень интересно было многие вещи. О многих вещах я вообще узнал, честно, впервые в жизни. И о том, что как хорошо вообще можно плавить камень, вот, честно, и много чего еще. Но нам все-таки мы собрали вас здесь как не просто как экспертов, но и во многом как людей такого дела с разных сторон. Поэтому нам действительно очень важно услышать и ваши дополнительные вопросы, и какие-то предложения, наверное, прежде всего касающиеся того, куда нам двигаться дальше. И какие для вас, например, важные выводы и важные пути вот в этом процессе вы видите. Мы говорили утром, когда встречались, мне кажется, очень важное такое значение этой сессии, что мы действительно услышали, во-первых, пока у нас, знаете, вот помните, кто-то говорил про воронку. Мы пока, ну, в такой очень широкой воронке, мы услышали огромное количество разных вообще возможностей. Нам действительно вместе с вами, это тоже очень важно, эту воронку придется как-то сужать. Потому что, в конце концов, нам надо будет выйти на какие-то очень конкретные, да, и там реальные решения. Как вокруг Якутска, там же все уже очень конкретно, понятно и работает. Здесь пока не очень конкретно, не очень понятно и не работает. Так что теперь слово вам, спасибо большое, я готов записывать, Роман готов комментировать, и коллеги тоже готовы отвечать на вопросы. Если в зале, да, пожалуйста. Вот коллеги, Руслан, компания Барс, с чем, так скажем, вот после всей нашей с вами сессии, после того, что мы с вами пообщались, кто-то будет, какое-то лицо единственное, куда нам можно обращаться, кто будет все это генерировать, потому что от нашей идеи у нас конкретно идеи реализованы.